1 сентября владельцы соцкарты пенсионера получат 5% скидку во всех сетевых магазинах Подмосковья. Такое решение было принято по итогам встречи губернатора Андрея Воробьева с представителями компаний. Скидка будет предоставляться в будние дни во всех магазинах «Атак», «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка», «Верный», «Дикси» и «Магнит». Получить скидку можно, просто предъявив на кассе социальную карту или пенсионное удостоверение. Это правило будет действовать только на территории Московской области. Ни в одном регионе России больше такого нет. С 1 сентября в магазинах «Верных» будут действовать скидки в будние дни с 9 до часу для обладателей и держателей социальных карт. Данная скидка распространяется на все продукты питания, кроме алкогольной продукции и табака.